Мы рады, что мы приобрели такого перспективного молодого нападающего в состав нашей команды. Мы надеемся, что он будет развиваться, играть, забивать, выигрывать, помогать нам. Добро пожаловать обратно. Но все-таки я делал бы акцент не на том, что это наш бывший воспитанник, а на том, что у него все впереди, не на его прошлом, а на его будущем. Твои эмоции после возвращения в родной клуб? Я счастлив. Счастлив вернуться на этот стадион. Так что, я думаю, только положительно. Их очень много. У тебя был просмотр на сборах в Австрии. Как ты себя настраивал на него? Как? Нужно было, не знаю, как-то добиться доверия тренера, чтобы показать ему, на что я способен, что я могу выложиться на 100%. И я думаю, это получилось. В молодежке еще в бытности игроком молодежного состава ты играл с правого края, на сборы больше слева. Все-таки какая позиция твоя? Моя позиция, я думаю, крайне фланговая, а там это уже решение за тренером. Сейчас какие цели? Цели всегда одни – играть, и чтобы команда побеждала. Я думаю, это самое главное.